работы. Являюсь заместителем генерального директора по ОС и от производителей являюсь членом экспертного комитета при Государственной Думе Российской Федерации. Буквально на прошлой неделе, с 21 по 23 мая сего года, на территории ГНИ ОС состоялась научно-техническая конференция международная, на которой присутствовало около 1000 делегатов из 16 стран. Темы, которые были там обозначены, это безопасная и эффективная эксплуатация ОС, экономика атомной энергетики, развитие атомной энергетики, международное сотрудничество, кадровый ресурс атомной энергетики. В настоящее время в России 33 действующих энергоблоков, установленной мощностью чуть более 25 гигаватт, которые в 2013 году выработали 172,2 миллиарда киловатт-часов, что составило 100,4% плановому целевому показателю. Ввиду того, что себестоимость 1 киловатт-часа дополнительно выработанного на действующем энергоблоке значительно дешевле, чем вновь построенном, то перспективной программой предусмотрено продление сроков эксплуатации существующих работающих энергоблоков. Федеральная целевая программа. Федеральной целевой программой ядерной энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года поставлены задачи по разработке реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом и исследования новым способом использования энергии атомного ядра, на что выделено 128 миллиардов рублей. Ожидаемые конечные результаты реализации программы – это получение принципиально новых технических решений и разработка новых технических проектов реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым, свинцово-висмутовым и с натриевым теплоносителями, завершение проектирования и осуществление пуска топливных комплексов по производству топлива для реакторов на быстрых нейтронах, построение опытно-демонстрационных образцов реакторов на быстрых нейтронах и многое другое. По данному направлению в настоящее время идет к завершению этапа впуска наладки энергоблока БН-800 на Белоярской ОС. Заканчиваются разработки проектной документации по реакторной установке БН-1200 и МБИР с натриевым теплоносителем. МБИР – это многоцелевой быстрый исследовательский реактор, который собирается построить в Димитровграде. Мощность там электрическая 60 мегаватт. В стадии проектов энергоблоки типа Брест-300 со свинцовым теплоносителем и СВБР-100 со свинцово-висмутовым теплоносителем. По направлению развития энергоблоков с реакторами типа ВВР ведутся работы в различных направлениях, а именно увеличение установленной мощности от действующих сейчас 1000 мегаватт до 1170 мегаватт и 1255 мегаватт. Значительная потребность не только в России, но и в мире. Реакторные установки малой мощности – это 600 мегаватт и 300 мегаватт. В этом направлении работают не только ЭПО, но и АКБМ Нижний Новгород. С целью повышения КПД создаются проекты со сверхкритическими параметрами и подбором эффективного топлива. Топливу придается значительное значение, и около десятка докладов было как раз освещено вот этой вот теме эффективного использования топлива ядерного. Другие направления и проекты – это плавучие атомные электростанции типа КЛТ-40, новые ледоколы РИТМ-200, сверхтемпературные газовые реакторы. Атомные электростанции плавучие, они нужны для тех районов, где нужна и электроэнергия, но линии электропередач строить нецелесообразно. Подплыли, обеспечили, свернулись, уехали, уплыли. Перспективы развития мировой атомной энергетики после аварии в Японии на Фукусиме-1 неоднозначны, но в целом планируется увеличение доли производства электроэнергии от атомных энергоблоков, несмотря на то, что некоторые страны, как Германия и Швейцария, полностью отказались от источников атомной энергии. Но хотя Германия еще не закрыла все свои станции. Хотя я был на нескольких станциях, просто великолепные станции, в хорошем состоянии, в идеальном. Но решение принято, и до 2018 года будут все они выведены из эксплуатации.
мировая энергетика всего 20-17% производства электроэнергии и 377 гигаватт установленной мощности. Более половины приходится на три страны – США, Францию и Японию. 163,47 соответственно гигаватт. По последним данным, в мире функционирует 443 атомных реактора в 31 стране. Масштабы строительства пока относительно скромны, но заявленные планы весьма амбициозны. Только Китай, установленной мощностью 9 гигаватт, поставил целью нарастить мощности до 40 гигаватт к 2020 году. И сейчас рассматривает увеличение до 70 гигаватт к этому сроку. Построив несколько АЭС проектов России, США, Франции и Канады, государственная корпорация ядерно-энергетических технологий Китая будет определять наиболее предпочтительные для дальнейшего строительства и эксплуатации. Точно так же, как и Сергей Александрович докладывал по арматуре также. Это политика государства. На основании проектов ЭВР-1000, IP-1000 в Китае ведутся самостоятельные работы проекта CIP-1400. Вот этот проект, он удивительный. Я спросил докладчика, который из Китая вот делал доклад. Я говорю, это ваш проект? Нет, проект Вестингауза 1350. А 1400 они уже не лимитируют. И с высшей мощностью уже проект китайский, полностью китайский. И с полным правом китайского проекта. Удивительные вещи, но потом не стоит удивляться, что арматуру там конструкции воруют и еще что-то. Ну вот, производят точно так же на рынке. Точно такая же, но в три раза дешевле. Вот. С Китаем в ценах бороться, как с Россией, бывает просто бесполезно. Но большое значение придается направлению с быстрыми реакторами. Аналогичная ситуация в Индии. Только индийские специалисты работают над своими проектами, над своим проектом энергоблока с водяным реактором типа PHVR-540 и быстрым реактором типа BR-500. Эта тема, в общем-то, для открытой прессы, она как-то закрыта, они ведут свое направление. И сложно выяснить, но хотя, насколько вот мне известно стало, они 4 блока по 500 быстрых реакторов строят с натриевым теплоносителем. Активно ведутся работы по разработкам и проектированию модульных реакторных установок в США, Канаде, Франции, Корее, Аргентине и Японии. В настоящее время Россия имеет ряд соглашений на строительство АЭС в Венгрии, Турции, Вьетнаме, Китае, Бангладеш, Иордании, Финляндии, Великобритании, Нигерии, Белоруссии, Армении и Украины, что вселяет оптимизм на перспективное развитие атомной энергетики у себя и за рубежом. Вот, буквально вчера включаю телевизор и говорят, Литва полностью отказывается от поставки газа из России и запускает свою атомную станцию, от которой также отказались. Ну вот сейчас такой рынок, он настолько вот неустойчивый в каком-то направлении, что может и атомная энергетика закрыться, может и открыться, но дело в том, что проработав много лет и как бы получив и ветеран атомной энергетики, я против той энергетики в том виде, в котором она существует. Ну вот смотрите, КПД блока, да, ВВРовского, они перспективно строят, ну, 30-35%, максимум 35%, это уровень КПД. Конечно, есть более эффективные блоки, те, которые идут, реактор на быстрых нейтронах, у них параметры выше, и КПД у них до 43%. Это, конечно, лучше, перспективнее, но дело с топливом и дело с теми параметрами, которые сейчас повышаются. Цикл Карно никто не отменял. В общем-то, где взять этот КПД, понятен. Вот, нужно идти на критику, сверхкритику, где у арматурщиков, конечно, там работы, ну, наверное, не початый край. Проблема общеизвестная, как предыдущий докладчик сказал, никто нам не поможет, самим надо работать. Вот. Я вас призываю к тому же подключаться и давайте работать. Кто уходит на более высокие параметры, ну, наверное, тот и будет владеть в перспективе тем рынком, который будет открываться в будущем. Это, вы знаете, как напряжение есть 220 вольт,
где изготовителей и поставщиков, но сотни, тысячи, где напряжение 500 киловольт, там и 1500 киловольт, там в мире, ну, 5-6 компаний, которые производят такое, это как космос для нас. Так что вот у меня все по докладам.